Мы посетили снова наш любимый Ярдем, пришли на экскурсию со своей группой, где обучаемся в медресе Шамиль, вот, и как бы вот Фанис Хазрят проводит нам экскурсию, рассказывает об этой мечети, о том реабилитационном центре, где проходят реабилитации незрячих. Нам очень интересно, мы прям в восторге. У нас организуется с учениками, это у нас в плане, в школьной программе, экскурсии по таким знаменитым местам. Это тоже очень значимое для нас, для казанцев, мечеть. Я четвертый раз здесь, и каждый раз как вновь, вот как первый раз что-то себе опять новое открываю. Очень полезна эта экскурсия для душевного спокойствия в наше нелегкое время. И когда мы посещаем эту мечеть, переоцениваешь свою жизнь, переоцениваешь свои планы, свои мысли, что вот и люди ограниченными возможностями живут, созидают, трудятся, и у них надежда на будущее. А мы здоровы, зрячие, слышим и видим, и ходим. Шукр, альхамдуляхи, альхамдуляхи. Шукр побольше делать и пользоваться моментами жизни, кому сколько отведено. В общем, делаем себе выводы. Гайбрэтле, гайбрэтле, шин мэнэ, бу килюз бэзэн. Сызгэда Аллана рахмэты жаусэн. Мэнэ мэнда шлэгэн апаларгэ. Шлеген кишлерге Фанис Хазрат кашунды куаршы елмайы бала мене кит әсі де келмей. Альхамдилляхи.